Почему твой любимый тебя не защитил? Их было слишком много. Он кричал, чтобы они оставили меня, но они только смеялись. Они обидели тебя? Они начали рвать на мне платье, хватали меня за руки. Я вырвалась, выпила эликсир, а потом... не помню. Так ты умерла? От яда? Нет. Позже я проснулась. Было темно. Никого не было, только крысы. Десятки, сотни крыс. А я не могла шевельнуться. Это был сонный эликсир, он еще не перестал действовать. Ты была парализована. Они были всюду. Они лазили по мне, как насекомые. По рукам, по лицу. Я чувствовала, как они разрывают мою кожу. Лезут в живот. Они разрывали меня на кусочки. А я даже не могла кричать. Разве я мало страдала? Почему я не могу отсюда уйти? Ты можешь общаться с другими призраками на острове? Нет. Я здесь совсем одна. Другие духи убегают от меня. Я не знаю, почему. Ты меня не боишься? Я часто имею дело с духами. Хотя должен признать, что ты... другая. Ты была не последней, кто умер на этом острове. Я нашел в башне свежие останки. Тут опасно. Никто не должен приплывать на этот остров. И я тоже хочу отсюда уйти. Похоже, на этого человека напало какое-то чудовище совсем недавно. Кто еще живет в этой башне? Не знаю. Здесь столько призраков. Я слышу, как они шепчут по ночам. Я имею в виду не призраков, а чудовище, которое здесь обитает. Может, ты что-то видела? Не знаю. Ничего не знаю. Зачем ты расспрашиваешь меня про такие вещи? Ты должен спасти меня, а не мучить. Как я могу тебе помочь? Меня связывает проклятие, рожденное ненавистью. Преодолеть ее может только сила любви, но... кто сможет полюбить призрака? А твой любимый, о котором ты говорила, его тоже нет в живых? Грахам? Нет, он жив. Я бы узнала, если бы он умер. Но он меня бросил и сбежал. Оставил меня одну. Возможно, если ты простишь его, проклятие потеряет силу. И весь остров очистится. Кто твой возлюбленный? Сын какого-нибудь дворянина? Нет. Он бедный рыбак. Поэтому мой отец не хотел, чтобы мы были вместе. Я так по нему тоскую. Ночью я выхожу на берег острова и смотрю в сторону деревни. Помнит ли он обо мне? Ты говорила, что не можешь выйти из башни. Разве? Тебе должно быть показалось. Мне не показалось. Я и сама не знаю. Все это как кошмарный сон. Я думаю, что проклятие завязано на тебя. Твоя аура гораздо сильнее, чем у других духов на острове. Мой медальон дрожит с самого начала нашего разговора. Не знаю, о чем ты. Но ты же разбираешься в таких вещах. Наверное, ты прав. Я чувствую, что моя судьба связана с островом. Может, потому что я наследница этих земель. Проклятие может опираться на связь крови и почвы. В таком случае, чтобы освободить остров. Тебе будет достаточно простить Грахама. Я любила его. Я готова его простить. Но хочу убедиться, что он жалеет о том, что сделал. Отнеси ему мои кости. Пусть он меня похоронит. Это будет наше прощание. Ты поговоришь с ним? Сделаешь это для меня? Я надеюсь, что смогу тебе помочь. Но сперва мне надо осмотреться. Что ты хочешь здесь разглядывать? В этой башне только кости и крысы. Не оставляй меня с ними. Я обязательно вернусь к тебе. Хорошо. Но не заставляй меня ждать слишком долго.
ушли. Все меня оставили. Эксперименты на людях. Во времена Капитула им бы это с рук не сошло. Когда этот кошмар закончится? Просто держали в клетках. До конца. Вот, сука, дрянная смерть. Теперь ты мне поможешь? Ты обещал, что не оставишь меня здесь. Твой рассказ очень печален, но что-то в нем не сходится. Какое впечатление... Ну? Что ты что-то скрываешь. Ты знаешь, что на острове небезопасно, но не хочешь рассказывать, что за чудовище тут обитает. Здесь нет никакого чудовища. Мне кажется, ты лжешь. Только зачем? Ты хочешь защитить это чудовище? Или, замолчи! Может быть... Не желаю тебя слушать! Я не смогу тебе помочь. Выносить предметы с проклятого острова, из любого проклятого места, слишком опасно. Кости женщины тем более. Я слышала, что ведьмаки лишены сердца. Может, ты хотя бы приведешь Грахама сюда? Я так хочу с ним проститься. Аннабель, послушай. Нет, ты с самого начала не хотел мне помогать. А я решила, что наконец кто-то сжалился надо мной. Какая я глупая.
Я сражался с Моровой Девой. Моровая Дева? А ты узнал, как снять проклятие, прежде чем бросаться на нее с мечом? Да, мы поговорили. Похоже, что я должен привести на остров ее возлюбленного рыбака Грахама. Я его знаю. Он живет в руднике на берегу озера. Ищи его быстрее. Я чувствую, мы близки к цели. Ты за мной ходишь. Я вот хотел спросить, чего тебе нужно от Грахама? Нет ничего. А вот мать его за него беспокоится. Он как с острова вернулся, один в хате сидит. Ни с кем не разговаривает. Совсем от этой несчастной любови свихнулся. Так это и есть тот ведьмак страшила. Я у себя в носу кое-что поинтереснее находил. Поговорить хочу. Ты глухой или как? Я же сказал! Ты кто такой? Я ведьмак. И что? С чего мне вдруг с тобой разговаривать? Я был на острове и знаю, что там случилось. От меня что тебе надо? Я хочу поговорить об Аннабель. Да что ты можешь о ней знать? Я разговаривал с ней. Аннабель больше нет. Она выпила яд. А я не сумел я ее спасти. Ты любил ее? Да, Одури. Так влюбился, что верил, что у нас все получится, и мы будем вместе. Отец ее, понятное дело, слышать ничего не хотел. Его дочка и простой мужлан. Расскажи, что случилось на Коломнице? Если уж так интересно. Милка, Зембаш и Фалик созвали самых сильных мужиков, чтобы поплыть на остров. Хотели отобрать у помещика свое. Они знали, что мне, слуги в башне, ворота откроют. Потому что я продавал им рыбу. Тебя заставили пойти с ними? Нет, я думал, мы с Аннабель, что мы убежим вместе, но все покатилось к дьяволу. Наши начали убивать, хотели изнасиловать Аннабель. И она отравилась. Маг ей, видать, яду дал. Я выбежал из башни, орал, что хочу умереть, проклинал их. Нет, не могу. Не заставляй меня вспоминать. Что именно ты сказал, когда бежал с острова? Я не помню. Я хотел, чтобы они заплатили за то, что с ней сделали. Если ты их проклял... Коломница — место с мощной магической аурой. А ее могут пробудить сильные чувства и злая воля. Твои слова могли стать источником проклятия. Из-за этих ублюдков она отравилась. Аннабель не отравилась. Она выпила сильнодействующее снотворное. Так чародей хотел ее защитить. Все должны были принять ее за мертвую. Но... это значит... разве она... Ты сказал, что говорил с ней? Я говорил с ее духом. Когда она проснулась, в башне остались только остывшие трупы и крысы. Они сожрали ее заживо. Значит,
Тогда она была еще жива? Но... Нет, это невозможно. Она была совсем холодная, как мертвая. Я тряс ее, умолял, чтобы она открыла глаза. Я не верил. Понимаю, ты чувствуешь себя виноватым, но ты не мог знать, что это не яд. Боги, что я наделал? Если бы я остался, чтобы ее похоронить, я бы заметил, что она жива. Все могло окончиться хорошо. Ты не выжил бы на острове. Лучше б я умер, чем оставлять ее крысам. А теперь я уже ничего, ничего не могу для нее сделать. Ты ошибаешься. Ты все еще нужен, Аннабель, и можешь ей помочь. Она все еще там, в башне. Я могу? Могу ее увидеть? Да, но ты должен кое-что знать. После смерти Аннабель превратилась в моровую деву. Это как? Она не просто неупокоенный дух. Она стала могущественным призраком. Скорбь и ненависть дают ей силу сеять смерть и мор. Она страдает. Как я могу ей помочь? Аннабель думает, что ты ее бросил и сбежал. О, боги! Значит, она ненавидит меня? И все это время думала, что я ее бросил? Да. Если ты вернешься в башню, может, тебе удастся ее убедить, что все не так. Я думал, она умерла! Я бы не оставил ее одну! Аннабель других духов удерживает на острове проклятие. Любовь может разрушить его. Как в легендах. Если ты знаешь эти легенды, то понимаешь, что достаточно поцелуя, чтобы разрушить злые чары. Но при одном условии, любовь должна быть настоящей. Говорю тебе, я любил ее всем сердцем. Прошу, отведи меня к ней. Это будет опасное путешествие, ты понимаешь? Да, конечно, но я не трус. Уж в этот раз не побегу. Ничего, идем. Пошли. Идем в башню. Прошлого не изменить, но теперь ты поможешь Аннабель обрести покой. Тут так страшно. Так тихо. Все-таки ты вернулся ко мне. Это... Не узнаешь? Это я, твоя Аннабель. Та, которую ты бросил. Помнишь? Аннабель, я был уверен, что ты умерла. Если бы я знал, я бы никогда тебя не оставил. Я сделал бы для тебя все. Ты же знаешь! Поверь мне! Докажи. Поцелуй меня. Грахам, подумай.
наконец-то. Я снял проклятие. А Грахам и Аннабель теперь вместе. Геральт, я как раз начала скучать по тебе. Расскажи мне что-нибудь еще о чародее с острова. Вы были друзьями? Вот уж не думала, что тебя настолько интересует моя личная жизнь. Мне интересно, что объединяло вас как магов в профессиональном плане. В этом отношении у нас было мало общего. Александр был одним из тех нервных экспериментаторов, которые не спят ночами и которым для счастья хватает одинокой башни и набора реторт. Я снял проклятие с острова. Ты убедил Грахама пойти с тобой в башню?
Ты сказал ему, что там моровая дева. Он знал, чем рискует. А еще он слышал историю о поцелуе истинной любви, который разрушает злые чары. Наверное, это добавило ему отваги. И что, все кончилось хорошо? Как посмотреть. Проклятие снято. Душа Аннабель обрела покой, но Грахам умер. Бедный мальчик. Что ж, настоящая любовь встречается чаще, чем многим кажется. Одно меня беспокоит. Ну? Аннабель сказала, что Александр изучал заразные болезни и упомянула Катриону. Ты знала об этом? Все чародеи об этом знают. Александр был очень уважаемым эпидемиологом. Я бы многое отдала за возможность заглянуть в его заметки, но он их тщательно охранял. Что ты будешь делать со светильником? Я же говорила, можешь оставить его себе. Мне он вряд ли еще понадобится. Остров же очищен. Я начинаю жалеть, что не выбралась туда вместе с тобой. Впрочем, мы еще можем наверстать упущенное. Ладно, мне пора в путь. Может, ты останешься еще ненадолго? У меня есть еще одна малюсенькая просьба. Да? Я заказала из Новиграда кое-какие субстанции. Торговец должен был приехать еще вчера, но так и не появился. Может, взглянешь, что случилось? Этот груз очень важен для меня. Почему нет? Если он ехал из Новиграда, значит, должен был проезжать большие сучья. Я посмотрю в округе. Спасибо. Я буду очень признательна. Широкие тяжелые колеса. Фургон торговца. Свернул с дороги на всем ходу. Нехорошо. Ну да, если торговец путешествует по Велину в одиночку, добром это не кончится. Мясо катаблитуса? Интересно, для какого такого заклинания? Поврежден, но ничего магического я не чувствую. Хотел бы я знать, как Кейра это объяснит. Человеческое, артериальное. Он не мог далеко уйти. Спрятался и ждал помощи. Помощь не пришла.
Вот тебе и велен. Геральт, я как раз начала скучать по тебе. Я достал вещества, которые ты просила. Прекрасно. Теперь можно заняться двойным древесным расхождением. Но сначала... Нагреешь вина с пряностями? Я видел, что было в телеге. Мясо, дорогие вина, зериканские пряности. Ничего магического. Может, скажешь, что ты задумала? Я лучше покажу. Но придется немного подождать. Ты меня заинтриговала. Ладно, я подожду. Тогда брысь на двор. Будешь наряжаться? Позже. Не торопись. Ну, иди, жди перед домом. Благодарю за терпение. Я почти готова. Что это? Если бы я хотел увидеть белых мышек, я бы просто напился. Обрати внимание, я сказала почти. Не мешай. Икхани гвин кайфи. Что случилось с третьей мышью? Вероятность, что это заклинание получится, составляет 66,67%. Я всегда беру на одну больше, на всякий случай. Но куда она... Кера, может, объяснить, что происходит? Знаешь сказку о Золушке? И даже реальную историю. Во дворцовом пруду появился Ригер и проглотил принцессу Сандрилу. От нее осталась одна туфелька и... Умоляю, ни слова больше о Ригерах. Вернемся к сказке. Я мечтаю, что в одну волшебную ночь сбегу с этих жутких болот. Добрая крестная мне не нужна, чары я и сама наложу. Но от прекрасного принца я бы не отказалась. И выходит так, что ты единственный достойный кандидат во всем Велине. Итак... Что ты скажешь насчет поездки верхом в лунном свете и об ужине? Звучит заманчиво. Я вряд ли смогу отказаться. Но перед отъездом есть еще одно дело. Превратишь тыкву в карету? Нет. Превращу наши мерзкие лохмотья во что-нибудь поприличнее. Не кривись. Это просто иллюзия, совсем не больно. А на рассвете все станет, как было. Ну давай, гулять так гулять. Тогда держись. Гвеллаглан! Ну, как тебе? Вырез не слишком скромный? В самый раз. Я могла бы заодно изменить цвет твоих волос... Мне всегда нравились брюнеты. Ну да ладно. На безрыбье и рак рыба. Но все, в путь. Ужин ждет. Последний моет посуду. Да, пошла.
Поздравляю, из тебя бы вышел идеальный жокей. Да, будь я на локоть короче и на пуд полегче. Ну да, но тогда бы я тебя не пригласила. Теперь понимаешь, зачем мне понадобились эти субстанции? Говядина с корицей и гвоздикой, жареный каплун с шалотом. Дело того стоило. Тебе налить белого или... Сухого красного. Ну пусть сперва подышит. Вот это да. Не думала, что ты ценитель вин. Думаешь, ведьмаки питаются салом из утопцев и запивают его водой из лужи? Примерно так. Ну ладно, хватит разговоров на пустой желудок, давай есть. Наверное, это обошлось тебе в целое состояние. Может, мне вложиться? Да нет, оставь. Мне на жизнь хватает. Знаешь, десяток яиц там, три ощипанных курочки здесь. И вообще, мои финансовые дела скоро пойдут в гору. Ладно, заинтриговала. Мы что-то отмечаем? Да, возвращение к жизни. Но не об этом я хотела поговорить. Еще раз спасибо за помощь с башней. Ты был великолепен. Это не первое проклятие, которое я снял. Но одно из самых трудных, верно? На острове такое творилось, как подумаю, меня в дрожь бросает. И лаборатория, надеюсь, ты все там сжег. Клетки, трупы, бумаги. Ладно, давай к делу. Ты о чем? О сексе. Мы ведь здесь для этого. Ну, может, в винах ты разбираешься, но в остальном... И это очень хорошо. Грубияны в постели лучше. А теперь закрой глаза и досчитай до 10. Раз, два, три, 4. Ну ладно, хватит. Кира, хочешь поиграть в прятки? Почему нет? Жаль, туфли могла бы и не снимать. Ну и куда делась Золушка? Ты меня нашел. Поздравляю. Я могу рассчитывать на награду? У меня ничего нет, но я что-нибудь придумаю. Знаешь, как называется то созвездие в Зарекании? Наверняка как-нибудь с драконом. Нет, у него другое название. Немного неприличное. Давай я шепну его тебе на ушко. Эвганинов. Кира, где... Усыпила меня заклинанием. Значит, она что-то задумала. Башня на Коломнице.
тебя сегодня плохой день. Свет в верхнем этаже башни. Ну как? Ты нашла, что искала? Да, спасибо, что спросил. Как себя чувствуешь? Выспался? Зачем тебе эти бумаги? Ну как же? Чтобы продолжить исследования, прерванные трагической смертью ученого. Александр исследовал чуму Катрионы. Я хочу использовать его заметки, чтобы создать лекарство. Или хотя бы вакцину. Ага. Из чисто гуманитарных соображений, да? Нет. Я действую из соображений чисто эгоистических. Сильные мира сего дорого заплатят за такую панацею. Например, Родовит. Возможно, он даже согласится забыть о моих прошлых связях с ложей. Родовит ничего не забывает и не прощает, в особенности чародейкам. Для меня он сделает исключение. У меня есть чем с ним поторговаться. Неужели ты сама в это веришь? Ну, ты же веришь, что Йеннифер когда-нибудь перестанет относиться к тебе как к собачонке, а я над этим не смеюсь. Я поеду с этими материалами к Родовиду, нравится тебе это или нет. Это самоубийство. Ты закончишь на костре, поднимая боевой дух солдат и забавляя чернь. Заткнись на минуточку и посмотри на меня. Ты видишь эти следы? Меня покусали клопы. Ты понимаешь? У меня тут клопы, Геральт. У меня Кейра Мец, советница короля Фольтеста и члена ложи чародеек. Что бы ты ни сказал, я больше ни дня не останусь на этих болотах. Ни дня! Но если я пересеку Понтер, люди Родовида рано или поздно меня достанут. Значит, придется с ним договариваться. У меня нет выбора, понимаешь? Есть третий выход. Поезжай в Каэр Морхен. Думаешь, там я буду в безопасности? Думаю, да. Если только не выведешь Ламберта из себя. В любом случае, ни Эмгир, ни Родовид тебя там не достанут. Роскоши не жди, но чистые простыни в замке найдутся. Путь не близкий. Но если держаться леса и как-нибудь перейти Пустульские горы, может и получится попасть туда незаметно. Я попробую. Не могу же я тебе отказать. Да, я разбираюсь в женщинах. Именно поэтому, прежде чем мы попрощаемся, отдай мне эти заметки. Хорошо. Забирай их уже и выметайся. Прощай, Геральт. Точнее, до свидания. Thank you.
Император поведет нас прямо на Новиград. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. С нами будет. А ты прокисшее вино приноси. Чары эти, сколько из-за меня, столько и из-за тебя. Что вы тут делаете? А этот что, с луны свалился? Приносим дары Всебогу, понятное дело. И вы можете его о помощи попросить. Ну, значит, если есть у вас подходящие дары... Потому как нашими он побрезговал и проклятие на всю деревню наложил. Всебог, говорите? Первый раз слышу. Это какое-то новое божество? Старое, да еще какое! Еще наши деды его почитали. Говорят, было это так. Рослов с рудника пришел сюда хворост собирать. И вдруг один куст ни с того ни с сего огнем полыхнул. А из-под земли голос послышался, что потребовал жертв и послушания. С тех пор и приходим мы сюда с дарами, а взамен Всебог нас опекает и от беды хранит. Ага, оно и видно. А что не так с вашими дарами? Не шутите. Видите же, что мы одни огрызки принесли. До войны я бы такого даже псу не дал. А что делать? Такие времена. А будет еще хуже. Всебог сказал, что покуда не получит хоть куска солонины и бочки пива, реки будут наполняться лягушками, а урожай у нас будет жрать какая-то скоранча. Я бы мог за вас заступиться перед этим божеством. Что-то мне подсказывает, что мы найдем общий язык. Ну, попробовать не мешает. Чтоб с ним говорить, вы должны стать перед алтарем и крикнуть: «Всебог, помоги несчастному в беде!» Чужака-то он, может, послушает. Всебог, помоги несчастному в беде. Пожалуйста, пожалуйста. Зачем ты нарушаешь мой божественный покой, смертный? Потому что я хочу, чтобы ты, твоя божественность, изволил взять назад проклятие, которое только что наслал. У этих крестьян правда нет. Или они принесут мне достойные дары, или придет засуха, град, землетрясения и лавины. Я сказал. Лавины? Здесь? Это откуда же? Не отвечает. Что поделать, пойду его поищу, так и закончим разговор. Голос шел откуда-то из-под земли. Расщелина. Пролезть в нее не получится, но звук она пропускает. Здесь было вино. Совсем прокисшие. Все же кто-то его выпил. Я, пожалуй, пойду на запах.
Кто смеет беспокоить мою божественность? Геральт из Ривии, приятно познакомиться. Я подозревал, что у Всебога есть телесное воплощение, но не ожидал, что оно такое большое. Неплохо ты откормился за счет этих бедолаг. Так уж и за счет. Я им взамен помогаю. Благословляю, отпускаю грехи, советы даю. И поверь мне, людям это необходимо. Я бы о них и дальше заботился, но они не соблюдают договор. Приносят мне в жертву какие-то несчастные объедки, которые... Которые они вынули изо рта у собственных детей. А ты еще и проклятие на них наслал. И не сниму, пока они не принесут приличных даров. Что мне, радоваться простокваше и мерке проса? Не бывать этому, так им и скажи. Давно ты сидишь в этой норе? Лет 100. Была зима. Я тут укрылся, развел огонь. Такой большой, что пламя через расщелину подожгло кусты на горе. Я раскашлялся от дыма и вдруг слышу, какой-то крестьянин. Голос ниоткуда кричит. Чудо! Ну так я и стал божеством. Скорее паразитом. Может и так. Только кто в таком случае Фрея и Мелителе? Они ведь тоже ничего не дают в обмен на жертвы и молитвы. Со мной хоть поболтать можно. Послушай, ты же отрест. Или ты будешь довольствоваться тем, что получаешь, или я скормлю тебя вороном. Чёртовы реформаторы! Ну хорошо, хорошо. Я могу питаться скромнее, но только до конца войны. И ни дня дольше. Что нового? Я разговаривал со Всебогом. Лично. И? Что он? Смилуется над нами? Смилуется. Он обещал принимать все, что вы ему принесете. Говорил же я. Говорил, что Всебог милосерден. Что он поймет. Спасибо тебе, ведьмак. А, ну и так, на прощание. Вы знаете, что здесь под горой есть склеп? Загляните как-нибудь. Интересная там архитектура.
Себе.
Записка? Рецепт микстуры из ласточкиной травы. Надо поискать там, где он сказал. Помоги мне, прошу тебя. Звучит вполне искренне. Но не исключено, что это ловушка. Медальон задрожал. Надо осмотреться. Знак школы волка. Старый, очень старый. Давно засохло. След кровоточивой лихорадки. Тут пригодится магический светильник. Нет, не туда. Там меня не найти. От этих костей исходит какая-то недобрая энергия. Может, из-за духа? Направо. Да, там ты меня найдешь. Одно из существ, о которых писал Рейнольд. Еще один знак. Меня кто-то направляет? Стой! Не трогай!
туда! Интересно. Засохшая слизь. Останки жертв красной смерти. Здесь были наши. Школа Волка. Что-то неладное тут творится. Ты кто?
опять кровь. Стены исцарапаны. Больные пытались выбраться. Что-то тут должно быть. Не пройти, придется обходить. Кажется, я что-то пропустил. Что ж такое-то?